Здравствуйте, дорогие ребята! И сегодня я снимаю для вас видео. Вот мы сегодня будем вместе с вами подготавливать подарки для моих родственников, друзей. Сейчас я дверь закрою. Компьютера. Ребята, это я включила для следующего видео. Ну, вообще изначально для этого видео хотелось бы, но включила для следующего видео компьютер. Решила так. Вот бумага. Я сделала бумагу. Достану дальше. Я потом еще одну синюю бумагу. Вот. И то, что у меня... И, короче, ребята, вам всякие штуки. Что? А там что было? Там что-то было. Это было ли? Было. В этой коробочке что-то было. Короче, ребята, мы с вами продолжим позже. Вот такие вот, ребята, у меня... украшение, бумага. И давайте же мы вместе с вами будем украшать к Новому году подарочки. Для моих родственников сейчас я схожу за более нормальными ножницами. Это мои ножницы. Вот, ребята, я принесла ножницы. Тут у меня стол маленький, чтобы не развернёшься, поэтому давайте я как-нибудь установлю камеру, и мы с вами же будем работать. Thank you.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream. Never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone.
Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. В этом мире ты один, по дороге в никуда, только музыка со мной всегда. Ты играешь в любовь, причиняешь только боль. Я вывернул всю душу, чтобы согреть тебя. Мы быстро привязались, но это было зря. Ты говорила, любишь, это было не так. Все ближе, ближе, срыла крышу, строил ты попадак. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Que tout donner le meilleur.
inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by... Друзья, на самом деле, если мы это видео уже целых два дня, вот 29 и 30, это я 31-е, получается, 3 дня. Я жутко устала. Ребят, так что, наверное, да. Димка! Так, ладно. Это видео будет называться «Делаю подарки своими руками друзьям и родственникам». Ну, не всем родственникам, но, ребята, у меня в бумаге только на 5 человек хватило. Вот серьёзно, на 5 человек только хотел бумаги. На самом деле, видео у меня очень много идей на 2021 год, но они будут реже видео теперь, потому что коронавирус заканчивается. Ну, он не заканчивается вообще в мире, но в моем случае он заканчивается. Потом вы узнаете, почему уже в 2021 году, наверное, числа 1 или 2 узнаете, почему он заканчивается в моем случае.
Так, у меня, наверное, мозг устал думать за этот год, поэтому я сейчас сделаю так. Вот. И вот. Это что? Это непонятно что. Ребят, напишите, на что это похоже. Вот реально, это реально пипец. Вот эту странную штуку, ребята, я подарю Насте. Наверное. Ребята, реально, напишите, на что это похоже. Кстати, в 2021 году первое видео выйдет 2 января. Да, ребята, я палюсь, первое видео выйдет 2 января. Так как 1 января я просто буду отдыхать, приводить себя в порядок, ну, и снимать, естественно, для вас видео. Дима, иди сюда. Да, чувствую, это видео затянется на очень долгое время. Еще завтра выйдет видео, кстати, последнее видео в этом году. Но уж пипец. Ладно. Та-дам-дам. Дима! Скажите, друзья, я продолжу это видео, наверное, завтра утром, потому что брат не отвлекается, папа занят, у меня сейчас есть батарейка на телефоне. Всем пока и спокойной ночи. Так, у меня, наверное, мозг устал думать за этот год, поэтому я сейчас сделаю так. Вот. И вот. Это что? Это непонятно что. Ребят, напишите, на что это похоже. Вот реально, это реально пипец. Вот эту странную штуку, ребята, я подарю Насте. Наверное. Ребята, реально, напишите, на что это похоже. Кстати, в 2021 году первое видео выйдет 2 января. Да, ребята, я палюсь, первое видео выйдет 2 января. Так как 1 января я просто буду отдыхать, приводить себя в порядок, ну, и снимать, естественно, для вас видео. Дима, иди сюда. Да, чувствую, это видео затянется на очень долгое время. Еще завтра выйдет видео, кстати, последнее видео в этом году. Но уж пипец. Ладно. Та-дам-дам. Дима!
Короче, друзья, я продолжу это видео, наверное, завтра утром, потому что брат не отвлекается, папа занят, у меня сейчас есть батарейка на телефоне. Всем пока и спокойной ночи. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Ребята, у нас готов вот такой вот подарок. Снеговик. Так он, правда, криво приклеен. Его голова криво приклеена. И туловище тоже криво приклеено. Вот. Вот такой вот подарок. Кривом приклеили. И вот. Скотч и ножницы. Вот они помогали. Вот еще подарок. И вот еще подарок. И там еще подарок. Ребята, я эту штучку отдала в эту дорогу. И Настя подарок поможет ей. Это подарок Насте. Оцените. Это подарок папе. Это подарок маме. Снеговик. А он еще складывающийся. Хороший подарок. Это подарок бабушке. Шкаренко. Вот. И все будет в этом пакете. Адон! Друг его привез. Нам даже пердит. И подарки мы хотели вытащить. И поэтому складываем подарки. Давайте же я убираю ножницы. И я убираю ножницы. И скотч. И мы с вами пойдем поставим подарки под елку. Сначала вот такой пакет. Пойдем поставим подарки под елку. Я Дедушка Мороз. Я Дедушка Мороз. Вот она наша елочка. Я Дедушка Мороз. Я Дедушка Мороз. Я Дедушка Мороз. Вот. Подарки под елочку. Ну, ладно, не очень качественно, но хоть как-то. Вот.
И всех, друзья, с Новым годом! Это видео выйдет сегодня вечером. Также я буду снимать для вас видео еще одного формата. И всем пока, увидимся уже в новом видео.